И в продолжение темы. Статистика дорожно-транспортных происшествий в праздничные дни значительно отличается от будничной в лучшую сторону. В Казани, по данным госавтоинспекции, 1 и 2 января зарегистрировано 196 ДТП. В среднем в сутки эта цифра доходит до 250. Эти выходные инспекторами ДПС выявлены два водителя, которые предъявили водительское удостоверение на чужое имя и с признаками подделки. Два водителя, которые совершили угон автомобилей. А также мужчина, который нанес телесные повреждения и ножевое ранение женщине 67-го года рождения. Все праздничные дни инспектора ДПС работают в обычном режиме. Также мы просим водителей соблюдать все правила дорожного движения, тем более скоростной режим, правила обгона, маневрирования и проезда перекрестков.